Утро вторника в мэрии началось с представления коллективу нового заместителя исполняющего обязанности главы администрации Сухуман Романа Шоуа. Канкварчи отметил заслуги и профессиональные качества нового зама и привел короткую справку из его биографии. Роман Шоуа родился 23 ноября 1976 года в Сухуме. Экономист по образованию, после окончания вуза работал на разных должностях. В 2018 году указом президента был назначен вице-премьером правительства и проработал в этой должности до сентября 2019 года. Сегодня он готов работать с нами, приносить пользу для города, для горожан. Я надеюсь, что он нам в этом, во всех наших начинаниях поможет. Затем исполняющий обязанности главы администрации вместе с коллегами направился на инспекцию в сторону набережной Диаскуров. Указанная территория находится в ведении столичного домоуправления номер 2. Его руководитель также приехал на набережную, чтобы на месте зафиксировать все участки, требующие внимания. Первое, на что здесь указал Канкварча, это неухоженные зеленые насаждения. Олеандр, посмотрите, в каком состоянии он начинает уходить ввысь. Его невозможно просто так привести в порядок. Надо думать, что с ними делать. То есть надо пообщаться со специалистами в ботаническом саде. Да. Можно их формовку проводить, то есть подстригать не в ширину, а в высоту. Оправданность выездного совещания заметна невооруженным взглядом. Специалисты, не отходя от места, обсуждают проблему, которую нужно решить. Все согласовывается и проводятся работы. Как раньше проводились работы по деревьям, если мы видели на проспекте Аяйра и на улице Лакоба. Это до этого проводились несколько лет назад на улице Воронова. То есть проводилась полностью обрезка омолаживающих деревьев. Такую же работу можно сделать и с олеандрами. Что касается работы зеленого хозяйства, то специалисты данного подразделения активно работают в столице. Однако существует проблема с вывозом и утилизацией отходов. Речь идет об обрезанных или выкорчеванных зеленых насаждениях. Удобно для нас и по деньгам будет намного дешевле все это сделать. Есть стационарные такие, значит, агрегаты, в которые засовываешь все вот эти ветки, стволы, которые будут утилизироваться по городу, подрезаться. Они превращаются в мелкие щепки. Для этого у нас уже предусмотрен полигон и техника. То есть вот утилизировал, там, выровнял, расчистил. Оно, во-первых, со временем становится очень полезной вещью, то есть перегной, который потом может любой человек, если попросит, мы можем бесплатно им отдать. А все остальное нам пригодится для подсыпки. Будем решать, надеюсь, президент нам в этом вопросе поможет. Ну и он знает эту проблему. Исполняющий обязанности мэра обратил внимание коллег на санитарное состояние мест общественного пользования. Кроме того, Канкварча отметил, что площадь между Сухумской крепостью и рестораном «Дэм» выглядит удручающе. Когда мы будем заниматься глобальным берегом, естественно, эти все вопросы возникнут. Мы в любом случае будем проект делать, в котором мы обозначим, где что должно быть. Мы, в принципе, готовый проект людям дадим, даже тем же предпринимателям, да. То есть никого мы не собираемся ущемлять. Наоборот, я думаю, что по этим правилам, если мы будем работать, все будут довольны. То есть там будут уже учтены и архитектура, и, значит, доступность для людей, и функциональность его. Все эти моменты мы будем прорабатывать. Канкварча поручил коллегам привести участок в порядок, починить асфальтное покрытие, убрать металлолом, собрать в одном месте все точки выносной торговли и оборудовать их согласно требованиям внешнего облика городской среды. Ну вот это я навряд ли бы могли такое разрешить. Нет, скажу, что было только разрешение на торговлю. Сами вот эти вот павильоны не прорабатывали, потому что это было уже практически в середине сезона летнего. Поэтому у нас были перспективы, у нас уже утверждены определенные, значит, образцы этих торговых павильонов на следующий год. Определены определенные места. И вообще, я думаю, что пора переходить на не хаотичные вот такие вот разбросанные торговые объекты, а создать какую-то торговую площадь. Канкварча также посетил объект, где в данное время идут работы по восстановлению городского бассейна. Исполняющий обязанности главы столичной администрации уточнил некоторые нюансы, возникающие в процессе строительства. Проект планируется ввести в эксплуатацию в марте 2020 года. Бассейн будет крытым и подогреваемым.
Все у нас согласовано со спорткомитетом и даже с комитетом по инвалидам, спинальники, значит, им нужны морские ванны и закупаем оборудование, здесь есть спуски, пандусы. Затем инспекция направилась в столичный парк «Сказка». Данный объект состоит в аренде у частных лиц. Однако предприниматели не выполняют законных предписаний и не содержат парк в надлежащем виде. Будем приглашать арендаторов, разговаривать с ними. Если они готовы изменить свое отношение к этим вещам, то мы, наверное, пойдем, как говорится, на уступ. Если нет, мы просто будем расторгать. К сожалению, это дополнительная нагрузка на бюджет будет, но это наше дело, мы для этого и пришли, придется нам его тянуть, чистить, ну, как бы приводить в порядок. В любом случае, это в центре города такой уже, как говорится, с именем парк, будем приводить в порядок. Конкварчи обозначил первоочередные проблемы, которые должны быть решены в короткие сроки. Жизненная артерия – это у нас рынок, да, колхозный так называемый, кроме имени там ничего не осталось колхозного, но все равно функциональность его осталась, и потому тот порядок, который мы необходимо на рынке наводить, мы будем его наводить, потом держать на надлежащем виде нашу набережную и упорядочение всех моментов этих розничных дел, всяких выносных торговли по набережной. Вот это все будем упорядочивать. Республиканского значения дороги, которые есть, обязательно разметки, освещение, обязательные дорожные знаки. Что касается Сухумской набережной, то Конкварча продолжит ее осмотр в ближайшие дни. А 6 ноября исполняющий обязанности главы администрации столицы планирует проинспектировать центральный рынок. Амелия Бисмарк, Алексей Быструков, Абхазское телевидение.